пристегнуться, а то потом штраф придется платить. А я вот, знаете, Владимир Владимирович, думал, кто из нас с вами первым пошутит. Вы меня опередили. Все-таки, конечно, тяжело после отпуска входить в рабочий режим такой. Ну, сколько раньше вы завершили? Ну, мы хотели вообще 7-го, но потом вспомнили, что в прошлом сезоне обещали, что выйдем 3 сентября, поступили песню, и потом, в общем, ну, короче, решили 4. Ну, чуть пораньше все. А, Владимир Владимирович, раз мы так вместе едем, можно я на вас какие-то шутки проверю, которые мы в первый монолог хотим ставить? Приходит афроамериканец к Трампу и говорит: что ж получается, я был первым темнокожим президентом, а теперь просто 44-й. Есть, оставляем. А вот такая как вам. Приходит как-то доллар в больницу к рублю. И, а я все понял, мы это сразу вычеркиваем. Давайте вот так. Угу, все. Это что, Останкино уже? Приехали? Сколько получилось по времени? Так быстро! Просто сказка какая-то. Вот знаете, удивительно, каждый день здесь езжу, тут все время пробки, машин гигантское количество, сейчас вообще проехали, вообще никого нет. Идеальная пустая дорога. Конечно, конечно. Другой уровень, другой мир. Понятно. Владимир Владимирович, вы не останавливаетесь, вы как едете вот с той скоростью, с которой ехали, я просто на ходу тут выпрыгну и